Предприятие вносит существенный вклад в экономику Белореченского района, где расположено производство минеральных удобрений, в целом в экономику края. В прошлом году было перечислено почти 1 000 000 000 000 рублей налогов. Как отметил губернатор, предприятие помогает развивать ведущие отрасли региона – промышленность и сельское хозяйство. В планах удвоить мощности Белореченского завода по производству минеральных удобрений. Объем инвестиций – около 15 миллиардов рублей. Для нас очень важно, как для агропромышленного региона, который сегодня обладает высокотехнологичными производствами в сельском хозяйстве, удобрения, которые вы производите, и вот насколько возможно, все-таки максимально, в первую очередь, понятно, потому что вы наш производитель, кубанский, как мы говорим, удовлетворяет спрос наших сельхозпроизводителей. Вот это стратегически сегодня важно, потому что мы бы не хотели быть, как в поговорке, сапожник без сапог. То есть поэтому, вот, если можно, в рамках стратегии вашей компании, все-таки в первую очередь обеспечить удобрениями потребность внутреннего нашего регионального рынка, наших сельхозтоваропроизводителей, а потом уже сбалансировать все, что у вас идет на экспорт, идет другие регионы. И огромная просьба к вам, чтобы вот так вот сбалансировать свою логистику. Это у нас, конечно, Краснодарский край, как крупнейший сельскохозяйственный, как бы, регион России. Это важнейший рынок сбыта, куда мы сбываем продукцию, производимую на наших предприятиях там, в разных частях страны. Вот. Ну и планируем и дальше увеличивать свою долю на данном рынке. Вот у нас крайне интересно, крайне привлекательно. Еврохим – крупнейший в России производитель минеральных удобрений, один из мировых лидеров отрасли. Компания также реализует в крае социальные и благотворительные проекты. За 4 года на эти цели было направлено порядка 350 миллионов рублей.